Знаменитая баховская токката и фуга ре минор, пожалуй, то музыкальное произведение, которое сразу говорит об органе. Этот инструмент в Японии любят, и несколько известных органистов приезжали в Сочи на фестиваль органной музыки. В этом году услышать своих соотечественников японцам не удалось. Для них сыграл белгородский музыкант Тимур Халиуллин. Знакомство с культурой – один из важных аспектов в визите представителей страны восходящего солнца. Сотрудничество Сочи и Нагата началось после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Сначала в декабре прошлого года Нагата посетила сочинская делегация. Тогда было заключено соглашение о намерении побратимства. Через год знакомиться с достопримечательностями курорта и закрепить дружественные отношения приехала японская делегация. В знак дружбы мэры городов посадили японский клен в саду русско-японской дружбы, а после скрепили побратимство подписями. Соглашение о сотрудничестве означает проведение совместных мероприятий во многих сферах деятельности. Мы будем обмениваться туристическими группами, мы в обязательном порядке будем обмениваться студенческими группами. Мы говорили о том, что это будут обменные группы врачей, и врачи Сочи в обязательном порядке изучат все то, что уже достигнуто в Японии. А я хочу сказать, то, что для нас сегодня является нетрадиционной медициной, в Японии это является традиционной и очень успешной. Сочи, в свою очередь, поделится опытом работы санаторно-курортного комплекса, в частности, бальнеологии. Хотя в этом плане у Японии тоже есть чему поучиться. Японский бальнеологический курорт на термальных источниках называется Инсен. Несмотря на то, что их великое множество, около 2000, каждый не похож на другой по составу минералов и газов, а также формой подачи. Бывают пенистые ванны, массажные, водопады, а также ванны под открытым небом. Причем в Японии постоянно открываются новые бальнеологические курорты. Вот только источники в Японии водородные, а у нас сероводородные. И чудодейственные свойства огненной воды, а также вкус минеральной, очень понравились гостям из Нагата. Главное, что лечат здесь те же виды заболеваний, что и на термальных источниках. А значит, теперь можно формировать туристические группы. Сочи и Нагата стали городами-побратимами. В плане бальнеолечения лечебные курсы Мацесты и Тавараяма Онсен будут включены в программу обмена. Очень важно, чтобы обмен проходил на уровне обычных граждан. Мы были бы рады отправлять наших туристов сюда и наоборот, чтобы из Сочи приезжали в Нагата. Очень популярны среди туристов и японские горнолыжные курорты. Их более 500. В Нагата есть море и горы, но горнолыжного курорта нет. Поэтому делегация была в восторге от краснополянских склонов. Горы в Сочи прекрасны, невероятные виды, красота. Я сюда обязательно вернусь. Соглашением предусмотрено и создание условий для взаимодействия образовательных учреждений. Это касается и обмена студентами. Перспективы с японской делегацией обсудил и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. У нас очень много общего. И самое главное, самое важное, которое было заложено еще там, это о том, чтобы эту дружбу перенесли в следующее поколение. Это участие школьников во всех событийных этих мероприятиях, во встречах. Их поразило наше японскую делегацию, наших друзей, как встречали наши школьники их. Это для них, вот, знаете, было открытие о том, что мы такие же открытые, мы такие же гостеприимные люди, так же, как и они считают себя. Также Сочи и Нагата займутся общим благоустройством городов. Наш город заинтересован перенять опыт в сфере безопасной переработки мусора. В Японии уже 10 лет как внедрена практика раздельного сбора отходов. Нагата использует уникальные технологии. Мусор практически полностью поддается вторичному использованию. Подобная система в скором времени будет опробована и в Сочи. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Дмитрий Говорков и Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ.